Гнадзи. Здесь падение. Можно играть дальше. Удар и гол. 1-1. Вот так вот на ровном месте. Только что я говорил, что ничего у нас в матче не происходит. И контратаку острейшую организовали гости. Филигранную. Это было ранее чуть-чуть. В начале самом атаки мы уже смотрим завершающую фазу. Все начиналось там с паса Ньюадзи. Дальше внимание Субботич. И, наконец, завершающий момент в исполнении Абзала Таубая.